Команда новостей телеканала Хабар 24 продолжает держать вас в курсе происходящего. В студии Алмаз Ашим. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев на своей официальной странице в Твиттере поздравил работников системы здравоохранения с Днем медика. В поздравлении говорится: «Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, зачастую к жизни». Президент Казахстана пожелал всем медработникам здоровья, успехов и благополучия. Врачи Восточного Казахстана встречают свой праздник с новыми достижениями. На их счету за последний год почти 120 тысяч ранее не проводившихся высокотехнологичных операций и диагностических процедур. В областной больнице, к примеру, освоили еще один способ лечения пороков сердца. Он позволяет даже при серьезных дефектах этого органа проводить хирургические вмешательства малоинвазивным методом. Заслуги медиков тоже не остаются незамеченными. Лучших из них поздравили на торжественной встрече. Десяти специалистам вручили ключи от квартир. Областная больница Усть-Каменогорский и Национальный центр кардиохирургии – давние партнеры. Столичные специалисты помогают врачам региона освоить самые современные методы лечения болезней сердца. В этот раз впервые в городе для 56-летней пациентки ведет операция по устранению дефекта межпредсердной перегородки малоинвазивным методом с минимальным разрезом. При этом уже привычные способы эндоваскулярной хирургии здесь не подошли. Есть два метода лечения данной операции. Это открытые и закрытые. Закрытые – это то, что называемое эндоваскулярное. То есть через прокол в ноге мы можем закрыть этот дефект, но при определенных условиях. То есть должны быть края для того, чтобы так называемый, в народе называется зонтик, смог закрыть. Но у нее был огромный дефект, то есть не было возможности. Раньше в таком случае пришлось бы раскрывать всю грудную клетку, но теперь в регионе научились проводить операцию малотравматичным способом с доступом к сердцу через межреберный разрез. На помощь пришла эндовидеохирургия. Как раз пригодилось новое оборудование. В области за последние 3 года на оснащение больниц затратили почти 23,5 миллиарда тенге. Еще около 3,5 миллиардов пошло на обучение врачей. Они перед тем выполнить этот мастер-класс, они уже обучались, ездили в Германию, приезжали к нам на мастер-класс в течение года, несколько раз приезжали совместно. У нас ассистировали, помогали нам, мы им показывали полностью. И прежде чем выполнить здесь операцию, шел длительный подготовительный период. Я думаю, да, все могут воспользоваться этой помощью теперь в Усть-Каменогорске. Проводится в области большая работа по привлечению кадров. В больницы региона ежегодно приходят около 200 молодых специалистов. Приезжают опытные врачи из других городов. Единственное, что на новом месте есть сложности с жильем. Специально к профессиональному празднику медиков в Усть-Каменогорске решили и этот вопрос. Привлекли в город Усть-Каменогорск для улучшения оказания помощи, медицинской помощи в родовспоможении. Мы уже работаем с 2017 года. И вот сегодня мы являемся обладателями квартиры. Я очень счастлива. Всего на торжественной встрече ключи от квартир получили 10 специалистов. Лучших врачей отметили грамотами, дипломами. В целом в области свой профессиональный праздник сегодня встречают больше 20 тысяч людей в белых халатах. Анна Лисенберзина, Руслан Мухамедьяров, Усть-Каменогорск, Хабар 24. Программа «Рухани Жангру» останется основным ориентиром духовного развития казахстанцев. Такое решение озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что она обеспечит преемственность поколений. Для реализации документа по всей стране действуют проектные офисы. Есть они и в Петропавловске. Особое внимание здесь уделяют духовному воспитанию молодежи. На сегодняшний день проведено свыше 100 мероприятий с участием школьников и студентов. Все реформы в экономической сфере, все реформы, о которых заявил наш президент, они осуществимы лишь только при единственном условии, если у нашего народа есть единые ценности, когда есть общие ценности, общее понимание будущего, общий объединяющий фактор, я рассматривала бы именно программу «Рухани Жангру». Актюбинские волонтеры готовы поддержать инициативы избранного президента и внести свой вклад в дальнейшее развитие страны. Своим мнением по этому поводу поделился активист Ералхан Диаров. По его словам, старшеклассники, студенты и представители рабочей молодежи, состоящие в организациях области, выразили надежду на развитие и усиление волонтерского движения в Казахстане. Мне понравилось то, что он поддерживает молодежь, то, что в этот год был годом молодежи, а следующий годом волонтеров.
Мы также присоединяемся к его движению и хотим помочь нашему обществу, нашей стране. Также мы будем продвигать наше волонтерское движение и реализовывать новые проекты, новые мероприятия для достижения нашей общей цели. К тому, что происходит в мире, йеменские мятежники атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии. По сообщениям боевиков, их дроны нанесли точечные удары по нефтехранилищу аэродрома в Абхее и по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Джизане. О пострадавших информации не поступало. Атаки стали ответом на авиаудары, возглавляемые Эр-Риядом коалиции по жилым кварталам нескольких йеменских городов. В итоге этих налетов погибли мирные жители. Напомню, в Йемене уже несколько лет продолжается гражданская война. Ситуация накалилась в 2015 году, когда в конфликт вмешалась арабская коалиция во главе Саудовской Аравии. По данным ВОЗ, сейчас в помощи нуждается почти 90% населения страны. В Гонконге возобновились протесты против изменений в закон об экстрадиции. Демонстранты также требуют отставки главы администрации Кэрри Лам. По данным организаторов, в манифестациях приняли участие примерно 1 000 000 человек. Напомню, в субботу власти на неопределенное время отложили рассмотрение закона об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай, Тайвань и в Макао. Однако активисты считают, что этого недостаточно, и документ должен быть отозван навсегда. По их опасениям, в Китае подозреваемых грозят пытки, дача показаний под давлением, проблемы с доступом к защите. Пекин обвинения отрицает, а власти Гонконга заверяют, что цель поправок – не позволить преступникам укрываться от наказания. Нью-Дели поднял пошлины на ряд американских продуктов. Всего в списке 29 наименований, в их числе фрукты, орехи, крупы и некоторые другие сельхозтовары. На такой шаг индийские власти пошли после переговоров с Вашингтоном. Консультации, отмечу, длились почти год. По сути, Нью-Дели таким образом планирует компенсировать убытки, которые несет от введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из Индии. Их Америка ввела в прошлом году. Продолжим выпуск. Они подвергают свою жизнь опасности, защищая других. День и ночь стоят на страже порядка и в любую минуту готовы оказать помощь. В суете обыденности мы порой не замечаем, как сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность казахстанцев. В преддверии профессионального праздника наши корреспонденты вспомнили подвиги настоящих героев. Двое сотрудников дорожно-патрульной полиции, лейтенант Абзал Молдашев и младший лейтенант Роман Байдилли, на автобусной остановке во время патрулирования в районе международного аэропорта заметили мужчину 65 лет, падающего на землю. Полицейские тут же поспешили на помощь, но мужчина уже был без сознания. Когда я увидел его, он лежал на боку с пеной во рту. Мы оказали первую помощь. Сделали ему прямой массаж сердца, искусственное дыхание. Периодически такие происшествия случаются. Я не считаю это смелым поступком. Это наша работа, наша прямая обязанность – помогать людям, особенно пожилым. Сама история произошла еще в конце января, но о ней стало известно только сейчас. О спасителях Серикпая Бокушева рассказали, когда он пришел в себя в больнице. Чтобы поблагодарить полицейских, мужчина лично пришел в полк дорожно-патрульной полиции столичного ДВД. Я нашел батальон, пошел к руководству, хотел выразить благодарность от всей своей семьи и сказать спасибо полицейским. Благодаря бдительности лейтенантов полиции эта история закончилась благополучно. В стране немало действительно смелых людей, подвиги и поступки которых нельзя забывать. Данай Сатай, Хабар 24. Участковый инспектор местной полицейской службы Ильяс Шахизаданов вместе с жителем поселка Гульдала вытащил из горящего дома мужчину. В тот день он заехал в село по делам и, проезжая по одной из улиц, увидел зовущую на помощь женщину. Ильяс, не задумываясь, бросился в охваченный огнем дом, в котором увидел человека. По словам сельчан, без помощи лейтенанта им бы вряд ли удалось спасти соседа. Сразу по приезду скорой помощи и пожарных он уехал, после чего жители поселка разыскивали его, чтобы сказать спасибо, и нашли только через СМИ.
В Павлодарском Прииртышье меры по развитию сельского предпринимательства приносят успехи. Только в этом году в регионе по программе «Енбек» планируется выдать 432 микрокредита. Разработчикам всевозможных инструментов поддержки нужно сделать их еще более доступными и привлекательными. Так считают главы тех предприятий, которые сами несколько лет назад начинали с чистого листа и знают, как бывает непросто открыть свое дело. С теми, кто успешно прошел этот путь, встретился Салуат Тимербулатулы. Бизнесу «Салтанат» ровно 3 года. За это время площадь ее придорожного кафе расширилась, а в меню появилось много новых блюд. Качество обслуживания, удачное расположение у международной автострады сделали свое дело. Благодаря взятому у государства льготному кредиту и строительству придорожного кафе «Салтанат» смогла создать на селе 10 постоянных рабочих мест. А недавно она решилась воплотить в реальность свою давнюю мечту и построить мини-гостиницу для путников. Ведь с каждым годом поток туристов из соседней России в Казахстан только растет. Стройка идет по плану. Тут у нас будет банька, чтобы люди могли нормально помыться. Потому что многие едут из других городов и стран. Особенно дальнобойщики. Все бывают уставшие, всем нужно сделать остановку, немного передохнуть. Первый кредит в 3 миллиона тенге «Салтанат» уже погасила и взяла новые, суммы в 2 раза больше. Самое сложное – это начать. Многие именно этого боятся, потому что не знают, что тебя ждет, как все пойдет, хватит ли сил. Ведь есть и те, кто не смог дальше потянуть. Один раз ошибся – все, прогорел, а столько сил вложено. Государство должно гибко реагировать и делать все условия, чтобы помочь людям. Мы, например, всей семьей здесь живем, в кафе, сделали отдельную комнату. После расширения думаем принять на работу еще 5-6 человек. Желающих открыть свое дело на селе немало. Получается, не у всех. Даже низкие ставки по кредиту в 6% годовых не спасают. Баянаулец Габит Бердалин начинал производить кирпичи еще 5 лет назад. Причем прямо во дворе своего дома. Все заработанные деньги пускает на развитие небольшого предприятия. Говорит, были бы условия лояльнее, давно построил бы мини-завод. Высоковольтная линия тартмали. Протянул высоковольтную линию электропередачи длиной 600 метров. Взял специальный кабель, пробурил скважину, есть трактор. 3 человека работают постоянно. За невозможное не берусь, а делаю то, в чем уверен и что мне под силу. Главное, спрос есть. Но от дополнительной поддержки никто, конечно, не отказался бы. Большинство баянаульцев берут кредиты для развития животноводства. По программе «Енбек» с начала года деньги получили 34 участника. В августе ждем 2-й транш для поддержки новых проектов. Люди приходят, спрашивают, обдумывают. В прошлом году получили 206 миллионов тенге и охватили 90 человек. Интерес у баянаульцев большой. В Павлодарском Прииртышье для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства планируют выдать почти 500 кредитов на 1 миллиард 900 миллионов тенге. Причем львиная доля проектов приходится именно на сельчан. Сколько из них в итоге смогут удержаться на плаву и стать успешными бизнесменами, точно никто сказать не может. Салават Тимербулатов, Марат Игликов, Хабар 24, Павлодарская область. А к другим темам. В Тупкараганском районе Мангыстауской области активно идет строительство птицефабрики почти за 3 миллиарда тенге. Мощность предприятия составит 5000 тонн птицы, мяса птицы в год. Продукция сможет покрыть потребности населения региона на 50%. Строительно-монтажные работы на земельном участке площадью 50 гектаров выполнены на 85%. Построено 12 птичников. В каждом из помещений будут выращивать почти по 40 тысяч птиц. Фабрика будет состоять из 4 площадок. Инкубатор, цех по производству комбикорма, убойный цех и здание по выращиванию бройлеров. Планируется создать 150 рабочих мест. Часть денег мы взяли в кредит у государства. Думаю, до конца года мы введем объект в эксплуатацию. Оборудование все пришло. Сейчас мы ждем подключения электроэнергии, чтобы продолжить работы. Тут будет создан свой микроклимат. Проходить птица будет 7 циклов.
Цифровой грамотности бесплатно научат 23 тысячи жителей Западно-Казахстанской области. Курсы пройдут с июня по август в школах города и всех 12 районах области. Для этого 100 учителей информатики прошли подготовку у специалистов организаций, оказывающих электронные виды госуслуг. Обучение будет проводиться по нескольким направлениям. Базовые цифровые навыки, электронные госуслуги и торговля, а также информационная безопасность. По словам специалистов, уровень цифровой грамотности населения региона сейчас составляет 78%. Цель – довести этот показатель до 80%. Сегодня из 193 видов госуслуг 42 вида оказываются в цифровом формате. Основная цель – это чтобы каждый житель мог использовать цифровые ресурсы, к примеру, получать электронные госуслуги, открывать интернет-магазины. Некоторые люди, к примеру, не знают базовые навыки, как использовать планшеты, компьютеры. Наши учителя тут также будут обучать этим вещам. Республиканский фестиваль по скалолазанию «Бурабай-2019» прошел в Акмолинской области. Мероприятие посвятили году молодежи в Казахстане. Проверить себя на выносливость и покорить вершину скалы Охжетпес могли и спортсмены, профессионалы, и просто любители экстрима. По ходу трассы, я говорю, такие веревки. Можно по веревкам грузить их, можно по скалам лезть, понятно, да? Но вот страховка будет вот скользящий карабин. Инструктаж по технике безопасности – процедура обязательная. Ведь здесь наравне со спортсменами участвуют и простые отдыхающие. Но Александру Литовченко из Алматы покорение вершин – это обычное времяпрепровождение. Скалолазанием он занимается уже на протяжении 15 лет. Кукжетпес – скала, она именно техничная в плане лазания за счет того, что она положительная. И нужно очень много работать на ногах, на равновесии. Если мы привычны к скалам, где надо браться, зацепы, держать все хорошо, здесь надо именно на ножках продвигаться. Ну и шикарные виды, которые с нее открываются, это самое главное. Ты всегда наслаждаешься лазанием здесь, потому что здесь именно вот воздух вокруг, окружение, вид на озера, на сосны, на все это просто, да. Это ее главная жемчужина. Спортсмены и любители соревновались на протяжении 2 дней. Самому юному из участников 12 лет. Всех их связывает одно – любовь к спорту и воля к победе. Цель этого фестиваля скального, естественно, привлечение массовости людей к здоровому жизни, привлечение к занятиям вот скалолазания, то есть на природе, лазания на скалах, что есть такой вид спорта – скалолазание, альпинизм. То есть, что он доступен, в принципе, и любителям, на каком-то определенном этапе, то есть при обеспечении безопасности. Ну, естественно, и привлечение к этому курорту Бурабай, как изюминка Казахстана. До подножия скалы участникам необходимо было пройти около 300 метров. После их ожидал подъем высотой 150 метров. Несмотря на трудности, все задачи справились и остались довольны своими результатами. На вершине скалы всех участников ожидали памятные медали. Желаем вам здоровья, счастья и успехов в ваших начинаниях во всех. Мне нужен кто-то... По итогам соревнования лучшим были вручены ценные подарки. Этот фестиваль планируется быть ежегодным. Таким образом, привлечь новых туристов в курортную зону. Азамат Казжанов, Анатолий Полян и Евгений Шинкаренко. Акмолинская область. Хабар-24. Самых талантливых вокалистов выбирают в Алматы. На высокогорном катке Медео проходит 3-й сезон фестиваля Star of Asia. На открытии собрались тысячи горожан, чтобы услышать любимых исполнителей и увидеть, как зажигаются новые звезды. Соревнуются 40 певцов из разных регионов страны. Они известны в соцсетях, однако на большую сцену еще не выходили. Победитель получит специальную статуэтку фестиваля и возможность спеть с дуэтом с казахстанской знаменитостью. Выступить на одной площадке с хедлайнерами вечера группой 91 уже подарок, отмечают конкурсанты. В концертной программе также заявлены Мот, Дан Балан и Назима. Еще гостей порадует известная кей-поп-группа из Южной Кореи, обещают организаторы. Тем, кто по каким-то причинам не смог попасть на большой концерт, расстраиваться не стоит. События будут транслировать в онлайн-режиме сразу в 118 странах. Фестиваль Star of Asia – это очень хорошая площадка и возможность показать себя для молодых исполнителей. Надеюсь, что это станет хорошей традицией в будущем. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого.